Евросоюз опубликовал 9-й пакет антироссийских санкций. ЕС ввел санкции против 22 сенаторов, 20 депутатов Госдумы, Единой России, еще 4 партий, Роскомнадзора, Дальневосточного банка и МКБ. А при этом ЕС планирует разморозить активы ряда лиц, связанных с зерновой сделкой. По данным СМИ, речь идет о владельцах Еврохима, Уралхима, Уралкалия, Русагра, Фосагра и Акрона. 9-й пакет санкций ЕС против России опубликованный вступил в силу, следует из информации в официальном журнале ЕС. В нем прописан ряд ограничений для товаров двойного назначения, банков, медиа и добывающего сектора. При этом ЕС разрабатывает возможность размораживать активы лиц, связанных с зерновой сделкой. Подробности. Евросоюз ввел санкции против вооруженных сил России, военно-космических сил, флота, сухопутных войск, сил специальных операций и Главного управления Генштаба. Активы российских вооруженных сил в ЕС теперь должны быть заморожены. Кроме того, фигурантам санкционных списков запрещен въезд в Евросоюз. Под запрет попали все парламентские партии России, Роскомнадзор и Росгвардия. Из чиновников в черном списке теперь помощник президента Максим Орешкин, вице-премьер Голикова, министр культуры Любимова, глава Росгвардии Золотов, а также 7 российских губернаторов, в том числе Московской, Нижегородской, Новосибирской и Астраханской областей. Среди банков – Всероссийский банк развития регионов, Дальневосточный банк и НКБ. Под персональными санкциями – телеведущие Борис Корчевников, Марина Ким, певец Георгий Лепс, блогер Дмитрий Гоблин-Пучков, режиссер и ведущий Никита Михалков. Всего в санкционный список включено 168 российских компаний и предприятий, 40 депутатов Госдумы, 20 членов Совета Конституционного суда России, 44 члена Совета Федерации. Вместе с тем ЕС внес исключение, допускающее разморозку активов физических лиц, которые до введения санкций занимались международной торговлей продовольствием и сельхозтоварами, в том числе поставками зерна и удобрений. В пятницу утром издание «Еврообзервер» сообщило, что санкции будут смягчены для 6 предпринимателей, связанных с производством химикатов и удобрений. Назывались имена основателя «Еврохима» и «СОЭК» Андрея Мельниченко, владельца «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрия Мазепина, главы «Русагра» Вадима Машковича, собственника «Фосагра» Андрея Гурьева и владельца «Крона» Вячеслава Кантера. В нормативных документах о них не сказано, есть лишь пункт о возможной разморозке санкций против таких лиц. Новый пакет комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Постоянное принятие новых пакетов является неизбежностью. На самом деле уже 6-й пакет согласовывался очень тяжело. Понятно, что основные игроки российские, экономические прежде всего игроки, они попали под санкции уже в первых пакетах. Я думаю, что все-таки основной удар реальный будет происходить по линии уже докручивания уже принятых санкций. Как, например, в случае с введенным потолком цен на российскую нефть. В 8-м пакете он будет меняться, и это гораздо более действенный инструмент, нежели там санкции против отдельных банков. Санкции в отношении сухопутных войск, сил специальных операций, ГРУ. То есть вот чисто теоретически, как это может выглядеть? Попадание такого рода структур – это тоже отражение исключительно бюрократической логики. То есть на самом деле часть этих санкций, они по определению работать не будут. Также можно вводить санкции против там каких-то российских оборонных заводов. Понятно, что применить эти санкции будет крайне сложно. Но можно запретить их руководству въезд на территорию Европейского Союза. Но очевидно совершенно, что они сами в этой ситуации туда не поедут. Ну а с учетом смягчения санкций в отношении того же Мазепина и же с ними, возникает ощущение, что какие-то странные пятнашки начинаются, то есть в итоге окажется, так сказать, массовое население России под санкциями, а бизнесмена нет. Элемент торга тоже является значимой частью этого процесса. Попадая под санкции, соответственно, бизнес, естественно, начинает какие-то варианты искать. Что касается Мазепина, мы видим прекрасно его деятельность и активность на тему запуска аммиачной истории, запуска аммиакопровода Тольятти-Одесса, включая выход в уровень первого лица, там его встреча с Путиным. Да, вот он сумел разъяснить с той стороны, что его экономическая активность может принести пользу. Это тоже пример, который подается другим бизнесменам из этого списка. Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. Пока непонятно, как будут работать послабления по удобрениям и зерну, зато есть ряд серьезных экспортных ограничений, говорит политолог Георгий Бофт.
Там есть несколько десятков компаний, которым запрещено поставлять. Там есть перечисление так называемых товаров двойного назначения. Линзы, фотоаппараты, например, используются, ведь речь на российских беспилотниках «Орлан». Жесткие диски, лаптопы и так далее и тому подобное. Лаптопы из Европы, в принципе, мы не очень-то возим. Но это, наверное, на будущее, когда вторичные санкции они какие-нибудь придумают тоже. Поэтому, в принципе, это расширение. И из послабления, собственно, только обещание того, чтобы в согласовании с так называемой зерновой сделкой можно было бы снимать санкции, но точечно снимать санкции с тех, кто занимается экспортом удобрений и зерна. Механизма действительно пока нет этого. Очевидно, что каждый случай будет отдельно согласован с Еврокомиссией. Если какая-то страна хочет запросить исключение, скажем, для Мельниченко или Хогана, она должна и спросить Европейскую комиссию, а та ответит, что вот, например, в части минеральных удобрений или в части зерна мы разрешаем такую-то сделку. По сути, это аналогичный механизм, как действует в США, когда Минторг или Минфин издает специальную лицензию на осуществление каждой конкретной торговой операции. И в Америке там по себе факт того, что нужно запрашивать лицензии и волокититься с этим, он уже многих останавливает, не связываться вообще с российскими компаниями и так далее. Поэтому я думаю, что в данном случае будет схожий эффект. Будут те, которые будут проходить этот механизм, но кого-то он будет отпугивать в результате. Ну и, наконец, наши порты, через которые мы традиционно раньше экспортировали, Балтийский, они будут закрыты по-прежнему. Если говорить о Латвии, например, или Литве, то эти порты, скорее всего, будут закрыты, потому что эти страны не хотят никакой разморозки, они хотят дальше ужесточения только. Георгий Бофт, политолог. К новым санкциям ЕС присоединилась Швейцария, сказано на сайте правительства, а в Нидерландах высказали свое недовольство. Премьер страны Марк Рютте отметил, что 9-й пакет, цитата, «совсем маленький и недостаточно жесткий. По его словам, нужно думать над тем, что мы еще можем сделать, и двигаться в сторону 10-го пакета санкций, затем 11-го».